Настоящий подвиг на службе совершили сотрудники полиции Алексей Младший и Алексей Баранкин. В жилом доме в Канавинском районе случился пожар. Полицейские прибыли на место раньше пожарных. Дом уже пылал, когда к полицейским подбежала женщина и сообщила, что в квартире, охваченной пламенем, находится ее сын-инвалид. Медлить было нельзя, и полицейские влезли в окно горящего дома и спасли юношу. Мать спасенного едва сдерживает слезы. Спасибо в милиции, я говорю, благодаря им, если бы меня не было, у меня бы его не было. Они его вынесли на руках, я говорю, спасите его. Вот они его вынесли на руках, если бы меня не было, я бы не знаю, что бы делала, я бы, наверное, умерла бы от него, без него бы. Пожар был в коридоре, в нашей квартире, потом по соседям пошел уже гореть, к соседям на четвертой квартире, потом в седьмую. Заметили, как женщина вот стояла в окне, просила о помощи, то есть ее вытащили, она сказала, что у нее еще там сын, инвалид первой группы, самостоятельно выбраться не может. Ну, мы незамедлительно приняли меры. Залезли в окно, да, там в третьей комнате, по-моему, он на кровати находился. Также у нас был фонарик, и мы путем фонарика начали светить, осматривать комнаты, и в данный момент начали. Он никакой вообще неадекватный был, мы его взяли и вытащили больше, чем. Там очень было сильное задымление, ничего практически не видно было. Это молодцы! Это вот именно что такие люди. Потому что не каждый полицейский способен на такой поступок. Ну как это? Мы полиции тоже обязаны защищать и стоим на страже жизни и здоровья граждан. Мы как-то об этом и не задумывались. Главное дело людей спасти. Вот. Но мы свой долг выполнили. Учитывая положительные показатели в оперативно-служебной деятельности, замужество, проявленное при выполнении служебного долга по спасению людей, Управление местной охраны принято решение ходатайствовать о награждении Алексея Младшего, Алексея Баранкина медалью за смелость во имя спасения.